Если вы попробуете провести среди своих друзей и знакомых небольшой опрос на тему того, какая же стационарная аудиоаппаратура является наименее дискуссионной при выборе, то ответом, скорее всего, будет активный сабвуфер. Действительно, вот есть ящик, динамик и усилитель. Все довольно просто, всего лишь три слагаемых, от их качества и будет зависеть результат. Многие убеждены, и с этим сложно спорить, что также результат будет зависеть от итоговой цены изделия. Однако всегда есть важные нюансы, которые определяют не только применимость сабвуфера к данному конкретному помещению, но и в значительной степени могут корректировать соотношение цены и качества аппарата. Одним из ярких примеров активных сабвуферов с нюансами является SB1000 Pro американской компании SVS. Этот аппарат не ломает стереотипы, но он способен удивить. Приятно удивить. Привет, друзья! Вы на канале Pult.ru, с вами Илья Суханов. Поехали! Если оставить в стороне требования к отделке, то все остальные критерии выбора активного сабвуфера у большинства покупателей совпадают как под копирку. Все хотят за приемлемые деньги получить быстрый, точный и максимально глубокий бас высокой мощности. И поскольку размеры помещения очень часто накладывают довольно жесткие ограничения, то и корпус сабвуфера должен быть максимально компактным. Со всех этих точек зрения SB1000 Pro имеет шансы на успех. В корпусе почти кубической формы со стороной примерно 35 см уместился внушительный 12-дюймовый излучатель и усилитель мощности с постоянной отдачей 325 Вт и пиковый до 820 Вт. Фирменный излучатель с ферритовыми магнитами, длинноходной подвижной системой и диффузором из композита на основе стекловолокна помещен в неожиданное акустическое оформление. Тут нет ни пассивного радиатора, ни порта фазоинвертора. Это просто закрытый корпус. А чтобы отраженные от внутренних стенок звуковые волны не мешали движению диффузора, внутри корпуса по периметру наклеен толстый мат звукопоглотителя. Усилитель тоже фирменная разработка SVS. Это модуль Slash 325D, построенный на базе процессора Analog Devices с двойной 56-битной фильтрацией и каскада из 34-амперных полевых транзисторов. С таким арсеналом SVS SB1000 Pro без труда наполняет комнату площадью до 40 или даже 50 квадратных метров быстрым, мощным и очень глубоким басом от 20 Гц по уровню минус 3 дБ. А чтобы этот бас был еще и максимально корректным, производитель предусмотрел два способа настройки звучания. Базовый, с панели управления на корпусе, позволяет выставить лишь громкость, фазу и частоту среза. Но если скачать фирменное приложение, то появится не только настройка фазы с точностью до 1 градуса, но и полноценный трехдиапазонный параметрический эквалайзер. Для подачи сигнала предусмотрены стандартные разъемы RCA. Но если докупить фирменный опциональный приемник и передатчик, то сабвуфер превратится в беспроводной. Разумеется, аппарат также допускает и пассивное использование, то есть прямое подключение к усилителю мощности. Это если вдруг кто-то решит выбрать столь экстравагантную схему. А для более удобной интеграции в домашний кинотеатр или систему умного дома тут предусмотрен триггерный порт. Ну и приятный бонус – три варианта отделки корпуса. Это черная пленка под дерево, как у нас на съемках, черный рояльный лак или серый рояльный лак. Ну а теперь несколько слов о практическом применении и начнем с кинотеатра. Площадь комнаты, с которой штатно справляется этот аппарат, как уже было сказано, составляет до 40, максимум 50 квадратных метров. Оптимальный диапазон, конечно, это 20, 35, 20-40, вот что-то в этом роде. Это штатный объем для этого сабвуфера, на котором он без перегрузки будет давать действительно мощный, действительно глубокий бас, которого будет достаточно даже при просмотре боевиков. Что касается помещений пограничного размера, то есть 40, 50 или даже чуть больше квадратных метров, то это для тысячного уже, конечно, верхняя граница. И если вы хотите получить бас, который будет сотрясать все тело, мебель и стены, то, конечно, лучше приобрести более мощную модель компании SVS, а SB1000 Pro – это, напомню, младший сабвуфер в каталоге фирмы. Так вот, лучше приобрести либо более мощный аппарат, либо взять два таких. В ряде случаев концепция использования двух сабвуферов дает даже более интересный результат, чем применение одного сабвуфера за ту же цену.
Что же касается небольших помещений, то есть 20 и менее квадратных метров, то СВС, в отличие от многих своих конкурентов, также находится в выгодном положении, поскольку его трехполосный параметрический эквалайзер позволяет действительно здорово подрезать все комнатные резонансы, которые неизбежно будут возникать в небольших помещениях. И бас можно сделать действительно корректным, не гудящим. Но все-таки, если у вас комната меньше 15 квадратных метров, то сабвуфер, наверное, такого размера брать смысла просто нет. А вот применение сабвуферов в стереосистемах, даже без относительно марок и моделей, всегда вызывает много дискуссий. Фактически мы имеем дело с войной концепций. Кто-то сознательно покупает небольшие полочные колонки, которые практически не воспроизводят бас, ну, потому что им приятно слушать нюансы на средних и высоких частотах. Кто-то любит полновесное звучание с басом и, соответственно, покупает напольные колонки. Не существует правильно и неправильно. Существует только нравится и не нравится. С точки зрения применения в стерео, данный сабвуфер, я считаю, абсолютно приемлем. Опять же, за счет того, что здесь корпус закрытого типа, хороший динамик, хороший усилитель, бас получается быстрым, точным, и его можно дошлифовать благодаря, опять же, тому самому параметрическому эквалайзеру. В общем, если немножечко повозиться с настройкой через приложение, то этот аппарат с точки зрения звука в стереосистеме можно абсолютно бесшовно соединить с любой полочной или напольной акустикой. С закрытыми глазами вы никогда не узнаете, что у вас в системе есть сабвуфер. Ну, имеются в виду какие-то негативные моменты, которые обычно вылезают в таких случаях. То есть, какие-то частотные горбы, низкая скорость баса, гудение и так далее. Всего этого у тысячного нет, если все правильно настроить. А настроить вы можете или самостоятельно, или пригласить специалиста по ультру, который все сделает наилучшим образом. Этот сабвуфер на самом деле получился действительно классным. И не только за счет вкусного соотношения габаритов, мощности и цены, но и благодаря тому, что он выдает действительно точный, чистый, быстрый и глубокий бас, который вдобавок можно дошлифовать тем самым параметрическим эквалайзером. Так что если ваше помещение подходит для установки такого аппарата, то есть имеет площадь от 15 до 40 квадратных метров, то смело берите как для кино, так и для музыки. Я уверен, этот сабвуфер вас не разочарует. Купить SVS SB1000 Pro или любые другие сабвуферы вы можете у нас на самых лучших условиях. Подробности на сайте pult.ru или в наших салонах. А если вы хотите послушать какое-либо сочетание аппаратуры и акустики, то записывайтесь через сайт pult.ru на прослушивание на удобную вам дату. К вашему приходу мы все подготовим. А у меня на сегодня все. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если еще не сделали этого. До встречи!